Солнце в зените, 12 часов ровно-ровно над головой. Сняли отсюда.
Светка, где мы? Я не знаю, как называется этот остров. Надеюсь, он не питающий. Давайте! Разделить со мной травмы наличие русских корней. Ну, пока нет таких оснований полагать, что так будет. Вы не разбавляете что-то? Ну, я предлагаю попробовать так тут. Дай виски шанс. Дай виски шанс. Мясо на десерт уже, ребят. Мясо надо сделать? Я считаю, что как бы на подъемах ты экономишь силы, условно, а на спуске ты мочишь технично, просто накатывая. Но он просто летит по прямой, вот по беспределу, просто подставляя ноги в нужные места. Но я когда пытаюсь так, я не могу себя так отпустить, мне страшно. Я потому что понимаю, что любой оступился, и там ноги, руки, там... Thank you.
Ника, где мы? В первобытном лесу. Стой. Обычно я бы попил из этой реки воды, но я лучше попью в бутылке. Все такое незнакомое. Так не похожее на нашу родную сосну. И березку. Березку? О, не березку. Но меня пробивает, знаешь, лучик через. Вообще божественно. Можешь что-нибудь рассказать, если хочешь? Чтоб я еще раз с тобой в мангровый лес. Эй, Лара! Что мы ищем в этих джунглях? Так, это пальма мужчина. А еще Андрей говорит, что надо сфотографировать это гнездо и использовать фотографии через 10 лет, когда все наши дети разъедутся. Как метафора опустевшего гнезда. Что мне это напоминает, детка? Плитвицкие озера почему-то. На самом деле поразительно, но пока мы не встретили никаких насекомых, ни комаров. Все еще впереди. Все, а теперь ты загадочно выходишь из кадра, и я снимаю этот прекрасный ручей. Если такой на голову упадет, кажется, шансов нету. Дорогой, сюда не ходи, кокос в башка попадет. Как брезент, что можно использовать. Как парашют. Как парус. Кадре нужна динамика. Что здесь произошло? Оно живое. Что говорит там табличка? А, это свистел Петя. Нет, табличка что говорит. Какой-то панданус. Место, где беспечных европейских туристов. Мы обозреваем какой-то остров. Название не помним, поэтому подпишем позже. Загали. Thank you.
кстати, еще не пустой. Тяжелый. Опа. Не, он даже пахнет. Не очень пахнет? Не очень. Пахнет чем-то сладким, как-то ананасом. Сельский магазин. Мне кажется, на многих островах так продают вообще все подряд в перемешку. Как вам? Цены на Сейшелах выше, чем в Нидерландах, ну или очень сравнимы. Я бы сказала, что выше. Забавно, зачем здесь шапка еще с мехом. Тут, кажется, теплее, вернее, холоднее, 25 градусов не бывает. Огонь. Фотосессия закончена. У меня выпущены глаза. Солнце в зените, белый абсолютно песок. Кажется, такого белого мы еще не видели. Пересматривать, когда мы состаримся. Это же никогда не случится. Мы умрем раньше. Меня задавят катамараном между... Точнее, между пирсом и катамараном. Да. На Сейшелы я тебя уже привез, теперь Мальдивы на очереди. Господи, Андрей, ты меня напугал, я думала, блин, это кто-то ползет. Но нет, ты. Детка.
команда? Чтобы не похудели. Самое страшное – это сложное блюдо, внутри которого еще то, что они любят. А, вот так. А, тогда надо выедать как-то. Кругосветчики пошли, мотор сломался, все сломалось. Они улетели на Слушай, может быть, вы собираетесь по этой дороге идти? Да. Да, показывает это. А, ну давайте тогда даже не знаю. Ну, разве, да.
Как вам азулежа мясо? Так, помнишь, у нас тормозов нету? А я нет. Супер голубая бутса, наверное. Нам точно туда надо? Да ну ладно. Пётр, ты лучше. Без тебя не было бы этого посвящения. Наше веселое приключение. Хотела приключений. Так, давайте сюда, вот налево, тут можно пройти. Ну, конечно, хотим. Ребятушки! Надежда есть. Не факт, что мы успеем искупаться, но надо шевелиться. Успеем, успеем. Местный специалитет. Мачете нужен. Надо признать, что мы заблудились. Дорогие потомки, не факт, что это видео загрузится в iCloud. Мы действительно очень сильно заблудились. Решили идти обратно по... Вот, ну, я не могу сказать, что это прям непролазные джунгли, конечно. Но приятного мало. Короче.
Сашка, я думал, что я тебя потерял. Ты была... Где ты была? А? Где ты была? Я потерял тебя в джунглях. Полный Б. Я принес тебе кремчик. Купи тебе коктейльчик. Мы спаслись все-таки. Это было вообще ни разу не просто. И вот такое вот спасение, такая награда. Больше не ходить по неизвестным тропам. Местные даже не все знают эту дорогу. Ну, в смысле, там просто она в какой-то момент теряется. Но говорят, что другие местные нам сказали, что все-таки она есть и можно как пройти, но не просто. Нет, тут есть немножко С4. Это был не акт любви к 50 оттенкам бирюзового. Спасатели Малибу. Вот эта девушка зовет меня купаться на этом пляже. Я даже не знаю, соглашаться или нет. Все, я бросаю айфон и бегу! Вперед, 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 подъем, 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 подъем. Чао, бэйби. Кого я изображаю? Няшечку. Так, у нас не маффин, а? Маффин не так делает. Ну мы тут с пацанами, мы тут с пацанами, короче, пообедали с видом на закат, вот тут немножко, немножко сишельских денег. Можно я это сниму? Мне тоже надо, подождите, пожалуйста. Блогеры, блогеры. Завтра? Я не верю, что у нас фрукты на столе. Наконец-то, спустя 5 дней. Говорила, да?
похоже на осетра, реально. Акула, что ли? Похоже на акулу, ребят. Да. Вау. Нет. Вот где это. Шальную императрицу, давай.